О сотрудничестве при реализации проекта по организации производства товаров народного потребления. Общий объем инвестиций в проект составит до 2,4 миллиардов рублей. Вячеслав Андреевич. Для Тульской области работа компании «Проптенгамо» на ее территории приносит очень много положительных эффектов. Во-первых, это наш стратегический партнер, с которым мы регулярно за последние годы, наверное, уже каждый год, продлеваем сотрудничество и выходим на реализацию новых проектов. Во многом это заслуга команды «Проптенгамо», которую мы хотели бы поблагодарить в вашем лице и сказать большое спасибо за то, что новые бизнесы, новые производства, новые логистические центры создаются на Тульской земле. Это позволяет нашим тулякам получить новые высокооплачиваемые места. А тульскому бюджету приносят значительные новые поступления. Я хотел бы напомнить, что ровно год назад компания «Проптенгамо» приняла решение перевести налоговую базу в Тульскую область, что стало существенным подспорьем для развития многих социальных проектов как на территории города Новомосковска, так и Тульской области. Выражаем полную поддержку компании, как и всегда, правительство Тульской области и лично губернатор Василий Владимирович Климов, который контролирует каждый проект, который реализует ваша компания, лично контролирует. И эта поддержка продолжится. Спасибо большое. Господин Маринилис. Well, thank you very much for the opportunity, and thank you very much for the nice words. Procter & Gamble is for 28 years in Russia. Russia was, is, and always will be a key focus market for us. Over the last 28 years, we have invested nearly $900 million, and Tula got the lion's share out of it. Because in Tula we have one of our two manufacturing sites, indeed the largest outside North America and the largest in Europe. Для нас это самый крупнейший рынок в Северной Америке и в Европе, и мы за последние 20 лет инвестировали 28 миллионов долларов. And we celebrated 25 years anniversary together. Now, мы вместе отмечаем 20-летнюю годовщину совместной работы. Between 2016 and 2018, we also invested 9 billion rubles announced in St. Petersburg, and again the lion's share went into Tula for modernization, zero waste to landfill, and we kicked off the construction of one of our largest distributor centers. In 2016-2018, год мы инвестировали 20 миллионов долларов в наше строительство нашего нового проекта Тульской области. And today we are announcing another 2.4 billion rubles. Сегодня мы объявляем еще 2,5 миллиона долларов рублей. Only for Tula. Только для Тульской области. And this goes for further modernization, further injection in the distribution center. Для цели модернизации и центра. And for another very important milestone, which is the localization of another core category, which is feminine production in Tula. И для локализации нашего производства в Туле. Thank you for all your support. And looking forward for many, many good business years together. Спасибо. Thank you. Спасибо большое. Спасибо.